вот так приехали к огороду. Такой трактор у нас, Дим, будет сегодня у нас дисковать. Так что не обессудьте, он первый раз, первый день рабочий у него. Так что посмотрим, как он это будет делать. Так, всех приветствую на своем канале. Это так, прикол. Вот такой у нас трактор. Не снимали отвал. Ну, на трактор этот есть на видео, такой выхлопной у нас интересный. Так что кому интересно, посмотрит. Ну и зацеплены у нас такие вот диски. Сейчас покажу, как они называются. Ромашки, ромашки с чистильщиками. Каждый стоит. Вот этот довести надо, конечно. Никто его не подводил, не делал. Ну, в общем, развернута она, по-моему, полностью угол атаки. БНД 1.8 захват у ней. Вот такая вот. Сейчас покажу, как она будет дисковать. Значит, сейчас у нас май месяц, весна 22 года. Пахали мы ровно год назад это поле, то есть на осень не перепахивали, все оставили, пахали у дернина, то есть оно все в буграх, потому что первый раз плуг до хрена забивался и особо не смог пахать. Я вчера как бы разбил это все дело, сейчас просто для видео покажу, как это все получилось и как она будет идти. Так что сам процесс, когда были комки, все я не покажу, а вот что получилось, вот сейчас покажу. Вот так вот я, наверное, в три следа прорубил весь участок, вот так у меня получилось. Ну, кое-где как бы видно, что вон дернина есть, но разрезал, на мой взгляд, хорошо. Сейчас попробуем еще раз. Дисками можно как угодно, диагональ, поперек, вдоль ездить, как бы. Чем больше он разрежет, тем все это дело лучше будет. Такая и березка здесь за год уже выросла, и кусок дернины. Ну вот, сейчас мы еще раз все пройдемся, лишним не будет. Ну и можно будет спахать, как бы перевернуть это все поглубже и посмотреть, что получится. Буду снимать за один раз, как бы без ставок, без нарезки, так что маленько затяжное будет видео, но посмотрим. Сейчас. Алло. Да, вроде уже как бы не время, но есть, в принципе. Ну, рулонов 20 есть, наверное. Нету. Ладно. Сейчас. Отвлекают, короче. Перезвоню потом. Идет он, я бы не сказал, что прям тяжело, но чувствуется, но нормально вообще. Вот это получилось год назад, я здесь пахал, и то пахал много ям, много плуг забивался, в общем, одно мучение. Практически пахоты не было, а было мучение. Наковыряли, сковыряли,
и бросили. Вот сейчас я это все дело выровняю. И посмотрим. Думаю, что для покаты этого достаточно было. Основную верхнюю дернину я всю разрезал. Так что можно спахать и посадить клубнику. Ну вот, вот прям межа осталась. Вот сейчас мы ее несколько раз пройдем. Вот. Посмотрим, что получится. Здесь влажновато, но можно. Сейчас вот еще здесь с краю пройду. Самый край. Ну, скворцы сразу прилетели. Такая вот работа. Сейчас посмотрим, как она лезет. Вот так вот след. Сантиметров 7, наверное, 8. Но основная ее задача — вверх порезать, разрезать. Так что, ну вот это я считаю, что нормально для вспашки. Будет охренительно. Так, ну вот. Наверное, все тут. Особо ничего интересного не будет. Так что сейчас я пару кругов сделаю, да, и поеду. Ладно, всем пока. Подписывайтесь, пишите, отписывайте, у кого что, как. Комментируйте. Все.